Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Я не шучу». Лене 49 лет. У нее двое детей, двое бывших мужей и свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена, рассчитывают стоимость потребительской корзины. Только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик. А Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена – стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу. Шестая серия. Новикова никогда не скрывала, что главными темами ее ежедневных выступлений является собственная жизнь, наполненная неудачами, ошибками, драмами и смешными ситуациями. Ей тяжело совладать с капризами своего сына, ступившего на скользкий путь пубертатного взросления, и не просто рассказать маленькой дочке, почему их семья считается неполной. Она устала от постоянных упреков родной матери, которая считает, что та зря развелась с двумя мужиками по очереди, чтобы сейчас решать все мужские проблемы самостоятельно и доказывать свои феминистические взгляды на отношения. Что касается свекрови, успешно перешедшей в статус бывшей, то она тоже нередко появляется в жизни Новиковой, добавляя ярких красок своим неординарным поведением и уникальным решением многих проблем. Так что смешных и жизненных тем для ежедневных выступлений у Елены хватает, и она даже может поделиться некоторыми из них со своими менее успешными коллегами по стендап-сцене. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.